Thank you.
Говорят, в Англии выплыла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже 3 года стараются определить, и еще до сих пор ничего не открыли. Я читал также в газетах о 2 коровах, которые пришли в лавку и спросили себе фунт чаю. И это все происходит, думаю, от того, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове. Совсем нет. Он приносится ветром со стороны Каспийского моря. Завтра в 7 часов совершится странное явление. Земля сядет на Луну. Об этом и знаменитый английский химик Веллингтон пишет. Thank you.
Thank you.
Thank you.